Граната в толпу, взрыв, вспышка, люди в панике забегают в корону, с короны начинают, ну, они побежали в корону, потому что это ловушка, часть побежала вниз к путям, часть побежали за корону, через забор выпрыгивают, их там начали принимать, стреляли, бросали гранаты и стреляли пулями. Свободная страна, больше ничего не скажешь. Справедливые выборы, все происходит. Почему-то неправильно все сделали, посчитали голоса. Мы с этим не согласны. А страшно? Вы видели, что сюда внутренние войска, они выбегали, стреляли по людям на Кальварийской? Но все же люди. Все люди. И они люди, и мы люди. В этом все понимают. Все.
вы верите, что мы, ну, что возможно отстоять правду? А как по-другому отстоять? Здесь выбор. Расскажите, почему вы здесь? Потому что нас, как всегда, обманули. У нас стояла очередь 500 человек на участок. Мы стояли 2,5 часа. В итоге, как вы думаете, кто там победил? Конечно же, тот, кто сидит наверху. Нас уже надоело это все.